В Калифорнийском университете Беркли снова ожесточенные столкновения. Около вуза схлестнулись сторонники и противники Дональда Трампа, передают американские СМИ. Изначально демонстрация была мирной. Митингующие собрались, чтобы потребовать у главы Белого дома раскрыть налоговые данные. Но позже начались драки. В ход пошли фаеры, камни и куски асфальта. Пришлось вмешаться полиции. Задержано по меньшей мере 15 человек. Это уже не первый случай беспорядков в Беркли за последнее время. В феврале активисты сорвали лекцию редактора издания «Брейбарт», известного консервативными взглядами.